С наступлением лета резко возросла опасность пожаров. Лесничие Звенигородского филиала ГКУ МО «Мособллес» провели профилактическую кампанию по правилам поведения в лесу при помощи листовок на территории Одинцовского и Русского городских округов. В общей сложности в садовых и дачных товариществах распространили 40 тематических плакатов. Кроме того, сотрудники «Мособллеса» регулярно проводят рейды на своих территориях и беседы с любителями пикников.